ничего не приближай, ничего после тебя. На эту камеру не можешь снимать? А? На эту не можешь снимать? Все, снимаю. Да, да. Ну вообще человек, который должен снимать, еще тот матч не доснял. Ну это по расписанию, да, накладки не к нам. Это к Меркулову вопрос. Посылай его нахуй. Я это никогда не забыл, это было... Блин, цвет реально, цвет коррекции вообще просто. Солнце прям, потому что жарит в камеру. Да и камера весьма специфическая. Ой-ой-ой. Ребят, настраивайте, настраивайте. Блин, как я угораю. Это где Балда так смотрит на войну, как на убийцу. Вышли, чё стоите? Магазин, да, пошел? Да-да-да. А куда он пошел? Вон, я просто, он ушел туда, где мы, ну, куда мы вот на остановку с тобой ходили. Пятерочка не там. Ну вот, выйти в ту сторону, как минимум. А, там тоже есть пятерочка. Там всего одна пятерочка, она просто, ну, отсюда ближе идти. Ну ладно. Не, ну вот пошел. Не, я просто говорю, что... Сайт сейчас такой. Чувак такой, бородатый, Родин. Родин, по-моему, фамилия. Короче. Такой, я спускаюсь, он такой. А денежку. О, привет. А не знаешь, кому денежку? Да, давай, тебе денежку, я не знаю. Ой, не знаю, давай денежку. Не, ну за трансляцию типа. Подожди, кто тебе что? Вестсайдовский. Ну их снимают же сейчас, Вестсайд такой говорит. Капитан. Говорит, а кому денежку, не знаешь, кому сдавать? Я не знаю, кому денежку. Не. А, да? Да, то есть вообще. Понял. Просто... Ну хорошо, ладно. Голы там такое, в конце концов. Это вот для того случая, что я не успеваю перекинуть. А, интересная заготовочка. Кстати, знаешь? Почему я выбрал Калачева Александра лучшим игроком турнира? Кого? Александр Калачев. Это кто? ВШПМ? Да. Почему? Ну, во-первых, да? Он, конечно, матч с РГУ вытащил откровенно. Он там 4 мяча забил. Просто все свои 4 мяча он забил в игре, которая сложнее всего шла для ВШПМ. Матч с МГУ шел тяжело, но с РГУ они все время отыгрывали. А, все, я вспомнил, да, того чувака. А он такой, умирительный, но очень много игры делает. Он хороший пас дает, технично бьет мощь. А почему отзаявили, скажи, вот ты точно знаешь, почему отзаявили Ковалеву из сборки МГУ? Вот этого не знаю, как раз. Прошу. Короче, просто в чем история? Мы стоим, я такой думаю, с Егор Петров или Калачев? Егор Петров, понятное дело. Я такой говорит, ну давай, так как Егор Петров не остался на награждении Калачева. Я говорю, ну давай. Не, ну правда, ну говори, ждите, ожидайте. Егор бы остался, забрал бы статуэтку. У него лучшая по системе гол плюс пас статистика. Егор вообще, он так сыграл. Я вообще просто, я подумал, почему он не пошел в сборку в этом году? Вот его в сборку просто с руками и ногами бы оторвали в сборку. Мой дядя сказал, что Егор, он смотрит просто прямые эфиры наших турниров. Вот бильярдик.
прикалывает. Он говорит, что в этом году Егор хуже играет, чем в том. Ну, в этом году он просто очень был полезен сборке. Это была бы, вот реально, ему чуть потренироваться с Маркином, и у него... И Егор просто бы в первой четверке играл. Может быть, но объективно, если Швыков куда полезнее. Не, ну Швыков не пойдет, сам он говорил. Да, просто если говорить о том, что если мы даем приз Петрову и не даем Швыкову, это несправедливо. Ну, это да. Просто у Швыкова на этом турнире, скромная статистика, на удивление. Комментаторы, что вы несете, какие птички. Что за камера? Что за камера? Я не знаю, это вот это бесплатно дали здесь чисто вставить. Это за, ЛФЛ Запад камера или как? Это местная камера получается? А вот как бесплатно? Ты говорил, бесплатная камера. Ну, друзья подогнали. Время досталось бесплатно. Понятно. Вот тебе, стой! Нога! Просто мне эти... Меркулов спрашивал, он хотел камеру купить, чтобы здесь всегда была там, если случай, если вдруг оператор приехал, тут сломалось, там, чтобы эти комментаторы могли сходили снять. Ему присылал варианты, просто там другие камеры были. Нет, он вроде собирался купить. Че он сказал? Ну, дороговато, Ярослав, дороговато. Он решил быстро по насольнику вот эту купить, и я подумал, так это совсем заскварная экономика. Учитывая, какие ресурсы у Запада, ты ему лучше скажи здесь, что ты нормально сделать с условиями. Да, это я ему говорю. Мы даже с Першином обсудили это. Он говорит, ты что-то он там спросил, я говорю, ну здесь зато... А, он что-то там про Запад сказал, я говорю, ну зато здесь условия лучше на Юго-Западе. На Юго-Западе там проблемы с интернетом. Он говорит, да, мы как раз интернет... Там Йота просто отказывается работать. Вот, и я говорю, типа, ну зато здесь хотя бы ему, говорю, что хотя бы условия здесь для съемки есть. Нет, там лучше. Там ну, стоит... Да. Вот меня убивает, все комментаторы там сидят в будке, греются, говорят, да что такое, всегда операторы снимали и не жаловались. Типа, что такого на холоде снимать? Ничего страшного. Я говорю, ты иди сам поснимай. Я не знаю ни одного оператора, который сказал бы, что да ладно, подумаешь на морозе отснять там две игры подряд. Две игры ты снимаешь. Ты две игры снимаешь, охреневаешь просто в осадок. А если у нас стоит 4 игры подряд? А если, Ярик, если стоит 7 игр подряд? Это что, еще пиздец? Пусть они вот здесь реально сделают теплый уголок. Вот какая проблема? Вот взять и отсечат, залезть сюда. Ой, летит техника. Ты там рушат. На свои телефоны роняешь. А через много техников где-то не надо будет. Нет, да, это я новый. Вы просто уберите этот сообщение. Вот здесь вот сюда ставьте, вот сюда режиссер влезет, комментатор влезет, операторы, которые снимают, даже на два поля могут зайти погреться, да, тесно, но зато хотя бы погреться. Потому что, если у тебя, допустим, перерыв, ты не можешь никуда уйти, а так зашел, погрелся хотя бы там, постоял 5 минут, пока там команда там выходит заново на поле. Ну, блин, проще держатель, но прямые эфиры, это когда холода начнется, мы отсюда не сможем сделать, потому что просто ноутбук не выдержит холода. Тут же в это упирается, ноутбук должен быть в тепле. Если ты ноутбук хочешь сюда перетащить, то тогда уже никто не пойдет. Нет, так ну что, ноутбук, почему? Смотри, условно говоря, этот столик поставили, этот столик не так много места занимает. Не, Ярик, но он ширину займет всю, объективно. Ты сядешь так, свой столик и все. Да не, нормально, говорю. Так вообще сюда человек влезет, вообще все отлично. Просто если у людей руки из нормального места, они могут камеру вот так ставить, и тут слепой зоны нету. Просто главное сделать, чтобы не вот такая штука была, а две стеклянные, чтобы можно было на два поля изнутри смотреть. Потому что те же, тот же Меркулов, он же ставит на прямой эфир. Матов чуть правее, Женя чуть в середину. То есть, а как мы можем со второго поля прямой эфир вести, когда комментатор вот там сидит? Как он оттуда может нормально комментировать, что происходит здесь?
Потому что по экрану комментировать это ужасно неудобно. Это в принципе не то. А так он подойдет, встанет и тапит, прямо в стекло, и будет говорить. Ну это не должно говорить. Что он стреляет под крышу. Вот здесь осталась крыша, которая не протечет внутри. Нормально. А не вот эту хрень, которая скрачивает. Или его просто не купит какие-нибудь термоядерные пушки, которые минус 30 метров. Но это дороже все. Просто сделай вот кто-то для них дешевле. Стол делать. Можно просто приварить нормальную херню, которая будет вот так вот подойдет, вот такое расстояние просто новый вес. Приварили, человек сидит прямо здесь, вот так вот, режиссер в упор сел, все, проблемы нет. И единственное, в будке дырку, чтобы провода протянуть. И туда желательно вот этот провод электрический завести будку, чтобы вот так вот просто, все, никаких проблем. Все сидят в тепле. Я не знаю, хоть совет операторов сделать что-то. Все операторы такие сказали, что это лучше. Просто даже если так говорить, то такую будку можно сделать за 10-20. И эта будка на все времена. Потому что все всегда ей будут пользоваться. И херакнуть туда пушку, которая будет беспрерывно херачить. 24/7. Чтоб любой оператор пришел, открыл, зашел, там тепло. Всегда тепло. Чтобы всегда было тепло. Просто, если объективно говорить, если как они хотят изначально, это как в спортиру делали, это длиннющий провод. Длиннющий провод купить надо. И провод тут нужно 130 метров, это за 100 тысяч рублей. Который выдаст сигнал на 130 метров. Такие провода подвержены непереживанию проводов. Ломаться при попадании мяча. То есть это должен быть. Если HDMI вот такой толщины HDMI, его херачить прямо отсюда, вот туда. Даже если под полем проводить, это еще опаснее. Что под полем он там реально перемерзнет, может, за зиму. И так он перемерзнет. Короче, вообще мертвая история. Отборчик, да я! Комментаторы должны сидеть в комментаторстве. Да никто не мешает, ради пятички берите и комментируйте. Какая проблема? Это Титан играет против сборной России. Это не основной, наверное, Титан тут какой-то. Или Титан с кем-то играет. Погоди, это не основной. Ой, господи, Титан, ЦД, точно, заговорился. Почему ты не снимаешь? Вот, я снимаю. Не, почему мы его в прямом эфире не даем? Какой горячий Просто с будки ничего не случится. С проводом может случиться что угодно. Главное, какой провод, там должен будет нормально закрыть, чтобы он стопудово его водой не залило. Одно попадание воды, HDMI умирает, любой провод умирает. Двигай, двигай, еще двигай. Как будет, как мы тогда сидели, вот, я начал залить, херачило крышу и все просто в задницу. Вот если такое произойдет, то все, до свидания, и снова 100 тысяч. Ради, провод приносить.
Это в плане, просто вы же делаете к ним на Западе. Вы же не хотят тратить бессмысленно, безграничное количество денег на трансляции. Если бы хотели бы, от спортеру бы не отказывались. Потому что это дороже значительно. Если хотят делать демократичные по цене, то можно делать просто как на Западе. Там стоит теплая будка, в которой сидит режиссер и комментатор. И дырка в этой будке, еще провода просто. Где оператор? Оператор с режиссером меняется, никто не мерзнет, все довольны. И любой оператор может там, он поснимал, зашел сразу, погрелся. Но там вообще такой системы нет, что человек не смотрит. Там максимум человек приходит. Но на одну игру прийти снять еще можно, любой мороз там отмучить, тепло сильно оделся, ладно. А если у тебя залпом как бы застрелиться, а у нас залпом 4 игры минимум. Это вообще жесть. Короче, я все ругаюсь и ругаюсь. А это все понял, зачем? А, да? Можно без звука? Как жарится. Успокойся!
что-то. Тебя стул этот выдерживает? Такая шарашка. Я когда садился, он развалился. Надо просто знать, как садиться. Братик, просто я похудел немного. Я-то не худее тебя, живопасенький. Ну, точнее, ты-то не худее меня. Смотри, живопасенький. Да ладно, ты знаешь, сколько я сейчас потерял из-за этого отравления? Быстрее, быстрее! Просто... Организм был выпотрошен. Ну как вчера с Бонни МГУ проиграл, баскетбол я просто в осадке. Этому куб ГТУ, который, не знаю, мертвецы из нового же. Ничего себе! Три звездочки удар, 4-3. Три звездочки проигрывают? 4-3 просто по счет. С ударом. Хотя вроде состав есть. Удар, состав есть. Я теперь понимаю, почему ударов Донина не взяли все за всеми там никовцами. Было. Замена! Замена! Замена!
кошку. Сейчас там подержи. Два. Два. Чем мы отличаемся? Чем мы отличаемся? Они не играют. Чем они играют? Нам дают желтые, а их нет. Почему? У них раунд то же самое дают. Частенько играют где-нибудь. Он сейчас а узур то сам где-то ход дороже он сразу. Как лук порвал. Нет. Секундочку у нас подождите. Синий это кто, Балтика, что ли? Что? Синий это кто, ультра с кем играет? Ну, ультра должна их наносить, хотя. Серенький.
Ты показал небо. Как говорит Древний, да, я показал тоже. Ладно, разберемся. А есть кто-нибудь из операторов, кто добавляет? Алексей, ну, понятно. Хорошо, понял. Ладно, немножечко отличаются. Под номером 11 Северный парк, но это, в общем-то, не влияет на общую картину игры. Ростунков. Ой, ох, что ж такое, Ростунков вновь получает мяч, 95 номер. Сохраняет его штрафной удар, наносит поворот, но Мальцев отбивает. На мяч, иди на мяч! Нужно Мальцева сейчас дальше забрасывать, дальше в борьбу, потому что почему бы не забить гол, да? Почему бы нет, Зимбург сваливает. Без нарушения, а Ростунков, какой удар и какой гол! Забивает, но вот Лопахин, забитым голом, и, собственно, вот мы это и видим, 1-0, счет классика, выходит вперед, классика между глазами. Выступает в поле, фаворитами, классика.
17-го, если там в таблице, кстати, есть команда Ультра на 14-м, но при этом именно классик забывает первый матч, первый мяч для матча. А, нет, соперник, хотя да, мы вовремя только подумали, что ну, Ультра еще есть две целых встречи в запасе, то есть 14 место, конечно, не... Итоговый результат, да и 17, я думаю, тоже запасик, это не итоговый результат. Запасик вообще команда хорошо, но не слишком. Играет всего лишь 7-9 матчей, 50-9, всего лишь 4 дела. Смотри, подожди, потери, потери. Я заметил. Бана! Опасно, очень было опасно, если ну, я не знаю, касание ударит, что-то точно. Классика пока. Совсем было не полный. Передача в окон хороший, Лулу, но надо бить туда по лишнему углу, но он закрыт, мальчик стоит на месте. Кстати говоря, до сих пор мы проверили очередную линию, занимает место от команды классика. Это я не хочу думать, это не слабое звено, ни в коем случае, просто не вратарь. Но пока не получалось, что Ультра создали действительно опасный момент. Правильно, гипотезу провести, но я почему-то сомневаюсь. Вадим! На замахе убирай его! С вратарей нет ни одного. Один серый. Не может. Да. Все, пошел мяч. Да, нет.
закрыли соперника буквально в своей зоне, ничего не позволяя им делать. И, пожалуйста, вот он гол, которого мы ожидали, который не должен был сам составлять. Погоди его! Позвольте, нет. Через дом доставьте. Один! Давайте внимательно! Дом есть, дом есть, дом! Можно хоть несколько раз за матч, да, потом еще проигрывать это, я не устану вспоминать. Могу ниже, чем сыграть. Адидас и Коммунары. Один! Сзади, сзади! Опасная ситуация, Зильберман не попадает в створ ворот. Вот я сколько не смотрю на атаки, которые разминаются, через один номер ультра. Но вот не может попасть просто. Все время лишний. Нервничает. Надо с этим срочно. А то так можно даже сильно остаться. Почему-то мне все время хочется, сказать ультра. Тимур, разыгрывай здесь мяч тогда! Видишь, они блок вообще не ставят, Тимур! Хорош, Тимур! Хорош, Тимур! Пройди, пройди, войди, войди! Войди! Называться... С лигой, в которой выступаем. Ой, чего, вставай, давай! Запах, да. Чуть, чуть! Чуть накрывайте, накрывай! Один, давай, хорош, парни! Очень быстро отыгрываются. Поймал на выходе, сразу задел, они забрали.
что встретил, оказывается, позиция отстающая. Должны не отстающие. Да, надо что-то уже придумать. Ну, я думаю, что критичного, как игра не поменялась. Трагического перелома, да? Сейчас даст хорошую передачу, удар Галкина, но, конечно, это не лучший был удар, даже по этой игре уже не лучше, когда он не слышал. Там остались сразу, встаньте! После рукаве, который Дима, ближе, Дима. Вообще и так знает, удар издали, в этот раз не получилось, да, это не получилось. Не зашел. Лупов, хорошая передача на фоку, может побежать в первую зону. Не дают,
и время достаточно проходит быстро. Я, честно говоря, что даже Матча.
Гола, который забивал классика, в результате коллекционного.
А так был забит. Ходи, дракон, ходи! Так, остановиться, я отдал прекрасную передачу. Улу выбегает, но бей же уже, давай, решай. Ходи, Володь, да! Очень безошибочно играет, Павел Марцев. Хороший сейф, хорошая игра. На выходе, по-моему, сейчас большое повреждение. Я играл с тобой. Все учил. Желаем здоровья. Не нужно здесь. Тренирую туда уже! Героически. Один-один, Мамадо! Больше вас! Больше! Сыграл очень здорово. Организовал опасность, потому что они у своих выходов. Нам все в порядке встает. Своими силами. Один! Ушел! Ушел! Два! Вполне игровой себе галка выходит, когда на позиции надо тоже бить уже свою сторону. Да, ту атаку шла в прошлом эпизоде, атаку в классе. Побегали футболисты, я надеюсь еще побегаю за продолжается несколько минут.